Итак, всем привет. Значит, сегодня открылась новая вакансия. Это маляры и каменщики в строительную компанию. Кто же требуется? Требуются мужчины от 18 до 45 лет. Значит, какие требования к кандидатам? Естественно, это опыт работы на аналогичной позиции. Далее, среднее образование и отсутствие судимости. Далее, хорошая физическая форма, ну и, естественно, отличное состояние здоровья. Преимуществом будет это тот, кто знает словацкий язык. Итак, далее, контракт подписывается на 1 год с возможностью продления. Агентство официально трудоустраивает в Словакии с оформлением вида на жительство. Вид на жительство будет сроком на 2 года. По графику работы. Работа будет в дневную смену, это 5-дневка. Но также можно будет и подрабатывать в субботу и воскресенье, ну естественно это по желанию. Что с собой будет представлять работа? Понятно, это строительные работы, да, которые будут происходить в бригаде в соответствии с занимаемой должностью. То есть, если это маляр, значит будет производить свои работы. Если это каменщик, будет свои должностные обязанности выполнять. Далее, требования от работодателя. Это качественная работа и придерживаться всех установленных сроков и распоряжений руководителя. Зарплата 8 евро в час, но если это работник, будет сам оплачивать себе жилье. То есть, будет иметь свое жилье и вопросов к работодателю по жилью никаких иметь не будет. Если же работодатель предоставляет жилье, то зарплата будет уже 6 евро в час. Итак, месячная зарплата будет составлять при отработке 200 часов в месяц, это 1600 евро брутто. Это если работник оплачивает сам себе жилье. С проживанием и отработки тех же 200 часов в месяц заработная плата будет соответственно 1200 брутто. Итак, в основном в Словакии при большой и хорошей зарплате трансфер на работу не предоставляется и питание не предоставляется. Поэтому в этой вакансии трансфер и питание не предоставляется работодателям. Естественно, рабочая одежда предоставляется и инструмент также предоставляется работодателям. По документам, значит, какие нужны документы? Это биометрический паспорт, справка о несудимости с апостилем и 2 цветные фотографии 3 на 3,5 сантиметров. В принципе, по этой вакансии все. У кого будут дополнительные вопросы, либо кто заинтересуется данной вакансией, пожалуйста, обращайтесь. Все контакты мои будут под видео. Звоните, пишите. И всем желаю радостных и счастливых дней в жизни. В общем, всего самого наилучшего. Здоровья всем, больших-больших зарплат и хорошего настроения. Все, всем пока-пока.